Каспийске с апреля месяца текущего года ведутся работы по благоустройству территории на пересечении улиц Хизроева и Орджоникидзе, а совсем недавно начались и на Ленина. На данных участках будут обновлены пешеходные дороги и многое другое. Будет обустраиваться пешеходная дорожка брусчаткой. Здесь будут, значит, места для отдыха, скамейки, значит, столбы с освещением, урны. В общем, все для комфортной жизни для жителей города. Отметим, что благоустройство общественных пространств проходит в рамках муниципальной программы формирования комфортной городской среды. У нас по городу, значит, сформированы в рамках этой программы 5 дворовых площадок и 4 общественных территории. И все, которые будут обустроены. Напомним, что в Каспийске продолжается всероссийское онлайн-голосование за выбор благоустройства общественных территорий, и каждый горожанин может посодействовать в процветании нашего города. И вот сейчас еще до конца мая проводится рейтинговое голосование за другие 4 общественные территории, которые будут также обустраиваться в последующем по желанию жителей, по выбору жителей города. Поэтому у меня большая просьба к жителям посодействовать, поучаствовать в выборе тех общественных территорий, чтобы комфортно было жить нашим горожанам.